Столбы есть, а фонарей нет. В местечке лесное. Жители в вечернее и ночное время вынуждены передвигаться буквально на ощупь. На темную ситуацию обратила внимание прокуратура Ленинского района. В ходе проверки выяснилось, что линии наружного освещения на улицах Ермолинской, Строкинской и Валдайском переулке не включены в реестр заявок на строительство объектов уличного освещения. В бюджете города средства на освещение этих улиц тоже не заложены. Суд встал на сторону прокуратуры и жителей и обязал Управление благоустройства Ивановской администрации устранить недочеты. На все про все дали один год. К 2020-му в Лесном должно стать светлее. И это не единственное нарушение, выявленное сотрудниками надзорного ведомства. В данном местечке Лесное находятся три пункта остановок общественного транспорта. Но вместе с тем установлено, что только один пункт оборудован автопавильоном и посадочной площадкой. Два пункта имеют только обозначение в виде дорожного знака о том, что данное место является посадкой пассажиров. По факту выявленных нарушений прокуратура района было направлено исковое заявление в суд об обязании Управления благоустройства администрации города Иваново устранить выявленные нарушения. 9 апреля 2019 года требования прокуратуры Ленинского района судом удовлетворены.